А чё было в прошлой части? Кто-нибудь помнит? Потому что мне настолько похуй на этот сюжет, что я уже ничего не помню. Дорогой Рама, мне очень жаль слышать, что у тебя потерялась, умерла дочь и вообще мои соболезнования. А мы играем за кого? За пухляша играем, да? Нет, не прыгай, подожди, дай я камеру включу. Стой, братишка, дай камеру включу, я должен снять это, братан. Это, блядь, самое неловкое падение, которое ты нахуя петлю-то сделал, если ты с крыши, блядь, спрыгнул. Это открытая дверь? Это открытая дверь. Я чё, обратно в поликлинику захожу? Ну зачем? Explore this floor, исследуйте этот этаж. Нахуя? Я сделал всё, что надо было. Я сделал этот сраный ритуал. Я сфотографировал всякие граффити. Нахуя мне ещё что-то здесь исследовать? Просто иди домой, братишка, ты видел, как там кто-то спрыгнул с крыши? Ты, блядь, за тобой всякие монстры бегали. Чё это? Я не могу дальше двигаться. Эй. Бын, что ты здесь делаешь? Рама, я так рад видеть тебя. Пожалуйста, помоги мне. Рама, это ты, бля, они встретились лицом к лицу. Только не говори мне, что ты здесь охотишься за призраками. Окей, я не скажу тебе тогда. Все, с меня хватит. Некоторые люди здесь сошли с ума, и они пытаются убить друг друга. Нам надо позвонить полицию. Что? Убить? Что вообще происходит в этом месте? Здесь и призраки, и убийцы? Это что, женщина сейчас кричала? Да, ты должен поторопиться. Я пойду ей помогу. Окей, окей. Но где выход? Иди вот туда. Это он так торопится помогать женщине. Ох, блядь. Я подумал, что это херня какая-то, а она ко мне вот так вот типа ползет. И мне прям жутко стало на секунду. Но это какой-то очередной каннибал, что-то он кого-то там жрет, ест. Эй! Эй, ты что там делаешь? Блядь, так вот куда бабуля иди. А! Ну нихуя себе! Тут так-то хороший обычный этот. Я помните, вначале сам спрашивал, интересно, почему здесь типа всяких бабуль нету? Так, охуенные текстуры подъехали. А, помните, я... А, ой, бля, бабуль, прости. Прости, пожалуйста, я этого не хотел. Так вот они здесь ползают где-то, походу. Они как тараканы здесь. Так, бун. О, боже мой, это же стул, и он катится сам по себе. Бабуля, стой! Бабуля, почему ты рычишь? Почему она рычала? Бабуля? Бля, она, походу, очень любит апельсины. Бабуля очень любит апельсины. Куда она делась? Бабуль, почему ты так любишь апельсины? Меня раздирает любопытство. Ебать, вы прикиньте, здесь двери в туалете есть. Одну, сука, даже выбили. Вот падлы. Бля, двери в туалете, охуеть. Ну все, мне осталось здесь найти еще пару желтых стульев, бабулю забрать с собой и все. Я что, до сих пор буду эти... Ой. О, у тебя писюнчик появился, да? Писюнчик. Это писюнчик? Или нет? Бля, мне... Бля, я думал, это писюнчик. Ну ты, он, кстати, меня не бросил, молодец какой, а? Со мной пошел. Я тебя тоже люблю, дай чмокну. Котя. Задница у тебя, конечно, хороша, как никогда. Сегодня ты вообще особенно восхитительно выглядишь. Ты с собой еще и друга привел? Мы теперь втроем будем? О, нихуя себе вас тут сколько. О, ну, ребят, меня на всех не хватит, наверное. Ой, конечно, у вас всех... Так, у тебя задница чё как? У тебя тоже неплохо. Ох, ребят, ну чё-то как-то вас это... Давайте только какой-нибудь букаки не будем устраивать, ладно? Не то чтобы я знал, что это... Окей, я пойду искать бабулю, Так, я не хочу поворачиваться. Ребятки... Так, и чё, мне сейчас обратно поворачиваться, что ли? Ребятки, дайте мне пройти, пожалуйста. Там бабуля меня ждет. Меня бабуля заждалась, ребятки. Так. О, все. Ну давайте, пока. Мы с вами еще обязательно увидимся. Я вам всем позвоню. Нет, конечно, я им не буду звонить. Почему? Почему эти апельсины подсвечиваются?
Я на них не свечу, вот сейчас я включу фонарь. Вот. Какого хуя они подсвечиваются? Что это за пиздец? Радиоактивные апельсины? Я понял, бабуля, короче, поела радиоактивных апельсинов. Ебанулась совсем. И подсела на них. Все, загадка разгадана. Так, я нашел ключ от чего-то, от этой двери, что ли? Так, здрасте. Бабуль. Нихуя себе ящерица, которая танцует брейкданс, я тебя помню. Нихуя вас тут сколько. Вы опять на меня, что ли, сейчас прыгать все будете? Да чё... Братишка застрял! Спасти рядового Райана! Высылайте подкрепление! Ребята, у вас братан застрял! Высылайте подкрепление срочно! Нахуя мы ее сюда вставляем? Нахуя мы ее поджигаем? Что мы делаем? Что... вот чем эти, блядь, действия мотивированы вообще? Бля, ну вы что-то совсем хуёвые стали. Не, все, вы мне это... Бля, вы мне теперь не нравитесь. Ой, свет пропал. Ой, нихуя, бабуля здесь сидела на картонах. Четкая бабуля. Я тоже могу на картонах посидеть. Так, давайте в угол забьемся и будем плакать. Так, ребятки, что за дерьмо? Объясняйте. Вы что такие хуёвые стали? Дрыщи прям. Были такие мясистые, нажористые. У всех задница такая была красивая. А стали какими-то, не знаю. Это что такое? Это что вообще такое? Где бабуля? Хочу бабулю. Не в том смысле хочу. О! Обиделись, что ли? Да ну вы что? Да я ж пошутил. Давайте сделаем так, что это будет последняя глава на сегодня. Она вообще навсегда точнее. Это чё за хуйня такая страшная за мной бежит? Нахуя ты так медленно перепрыгиваешь? Ты ж понимаешь, что тебя сейчас убить могут, да? Что за тобой какая-то неведомая поебень ползет? Нихуя себе, это чё такое вообще? Это чё за гомункул, бля? Ебать, ты тут откуда как появился, бля? Его не было там, а он появился, охуеть. Так чё, мне сюда, да? Окей, без проблем. Это бабуля, что ли, мутировала? Я понял, это бабуля, короче... Она как эти, как Power Rangers, она, короче, с теми пацанами, голожопами объединилась. Типа, ох, нихуя. Типа, лунная призма, дай мне силы, все такое, они объединились и превратились в вот этого огромного гомункула. Базарю, так и было. Так, ну я понимаю, конечно, бля, я что не в ту сторону. Бля, погоди, не кидайся диванами, сука, ты что, ебанутая, что ли? Диваны это роскошь в наше время вообще. О, нихуя, здорово. Сидел на... Меня взгляд бабки на картонах убил или чё? Ну ёпту! Я хотел пошутить, смотрите, сейчас она вот... Бля, Рама, это ты? Рама, ты чё? А хули здесь Рама-то делает? Рама! Ах ты ёбаный изменщик! Ах ты собака такая! Я твое лицо-то, блядь, запомню! И твое лицо я запомню, ублюдское! Сука, пидорасы, блядь! Так, окей, здесь вот бабка на картонах. Здорово, пацаны. А, все, вот они пропали. Два чувака какие-то на картонах были, окей. Дети смеются опять. Так, катсцена суперская, готов поспорить, сейчас будет. А, нет, нихуя, просто еще одна новая глава. Мне надо уйти отсюда. Это место слишком опасное. Вы прикиньте, она это, блядь, только сейчас поняла. Ну ты мамин вундеркинд ёбаный. Арая! Подожди, Арая! Блядь, это пиздец. Из раза... А кто это сделал с тобой? Арая! Арая, иди ко мне, я тебя сейчас обниму. Ах ты, сука такая, не хочешь со мной обниматься, что ли?
Я тебя обниму, и сила магии тебя излечит, Арая. Ах ты, сука ты, блядь, такая, а? Обниматься, значит, нихуй, ну иди нахуй. Арая, тут дыра, как неожиданно, как внезапно, хорошая какая дыра, прям для меня сделана была. Арая, она здесь еще? Иди ко мне, моя хорошая, сила магии, дружбы и жвачки, излечь тебя и меня, и все остальное, там, что там дальше-то, да? Нахуя вот эти все развороты, повороты, отвороты? Ну куда ты, блядь, делать? Ступай ты, сука, блядь! О, окей, извини, я думал, ты опять съебалась куда-то. Понятно. Угу, понятно. Марина сегодня притесла с ума. Это первый раз, когда я ее видел такой. Может быть, мне не стоит говорить ей, что я видела Сорна. Потому что, наверное, уже слишком поздно. Я уже люблю его. Появляется еще какой-то Сорн. Да? То есть, я подожду за тобой. За кем ты, блядь, подождешь, дура? Здесь никого нету. Что это такое? Оу май! Оу май! Вот это флешбеки! Дерьмо! Я беременна. Что мне делать? Мне надо поговорить с Марисой. Мне кажется, что-то не так с телефоном Сорна. Я не могу с ним сегодня поговорить целый день. А хотя сучка залетела от моего парня. Охуеть. И что дальше-то? Я, блядь, здесь все комнаты уже исследовал и нихуя не нашел. Вон она сидит. Только она в нормальном обличии, типа, да? У Буна хотя бы там креветки всякие огромные за тобой под. Ария! Да господи Иисусе, вы чё, блядь, издеваетесь, а? Тут дверь не открывается. Бля, дверь не открывается, Ария. А, тут сюда можно было пойти, да? Нихуя себе. Вот, перепрыгнуть надо, да? Подожди, это я. Пожалуйста, подожди. Прекрати это. За мной бежит Арая. Да, блядь, ты чё не открываешься-то, ёбаный? За мной бежит Арая. Она прекратила за мной бежать, охуеть. Вот это экшон был. А вот вы почувствовали, у меня аж адреналин в крови так и хлестал. Вот прям сердце-то билось, как сумасшедшее, боже ты мой, никогда. Так, еще одна катсцена, готовьтесь. Опа-на! Нихуя, чё? Я вот нихуя не понял. Они дрались или они типа такие прям, типа такие, она его типа к себе тянула, типа засосать хотела? Или чё вообще, блядь? Я ничего не понял. Чё это за место? Куда мы вообще попали? Почему здесь свечки? Кто их все поджигал? Нахуя это кто-то делал? Это бабуля там была, да? Да, была. Раз, две, два, две. Четыре, пять, шесть. Все, одна миссия полностью выполнена. Окей, мы нашли двери для туалетов. Осталось найти бабулю. Блять, суки, выбили одну все-таки. Осталось найти бабулю, и что там, какие у нас еще миссии-то были? Ну там Араю, это само собой, да. Что еще там? Буна, Хуюна, Раму. Нихуя себе, и это что за говно? Что это происходит в этом месте? А как это все оказалось в этом госпитале? А зачем это вот так вот отводите, вот как будто ты даун? Дедуля, просыпайся, подъем, вставать пора. Дедуля? А, и ты вешаться собирался? Нихуя себе. Дедуля. Какого хуя, что он держит в руке? Это погремушка что ли или что? А, у него руки связаны. Чё за хуйня вообще, блядь? Ну окей, да, здесь лежит какой-то дед стрёмный. Давайте почитаем дневник, почему бы и нет, да, окей, блядь.
Я так рада, что поговорила с Марисой. Я могу ей рассказать, как беспокоилась ее и о ребенке. И все закончилось тем, что я пошла в госпиталь сегодня днем. Охранник на меня посмотрел самым наистраннейшим образом. Что вот, что произошло, блядь? Что случилось-то? Я просто такой... Вы сами хотели этого? Вы, блядь, понаставили лайков, хуяйков, там вся хуйня, найди ораю, я этим, блядь, занимаюсь уже всю игру. Вы сами этого хотели? Восхитительная игра, да? Огнетушитель вон... Мариса? Мариса? Арая? Арая? Ну это, блядь, какие-то грязненькие желтые стулья. Ну вы чего такие грязные, ребята? Чё за хуйня? Вас жизнь потрепала, что ли? Алло, алло, да, с пепперони, алло, да, гавайская, алло, алло. Я вот, надо был панчлайн какой-нибудь. Вот это, блядь, эгоизм, ебать. Просто обвесить всю стену своими фотками. Вот это пиздец, это наш, сколько себя любить-то надо? Я уже... Ух, нихуя себе! Вот это я называю въебанным лицом. Ну вы посмотрите, ну как его еще назвать-то? Как бы вы его назвали? Типа вот может кто-то из вас там не любит мат, или думает, что это плохо, или еще что. Как вы бы назвали еще это лицо? Здрасте, приятно познакомиться. Когда мне дадут пойти домой? Когда эта игра закончится? О, господи Иисусе, почему это Мари... Вот это ёбыч. Ой-ой-ой, не-не-не, прости. Вот это ёбыч. А вот это-то какой... Ох, ёб твою мать, к такому я был, конечно, немного не готов. Ага. У тебя тут... Друган. У тебя там осколок торчит во лбу. Я его выну, ладно? Ты же не против? Спасибо. Ага. То есть наш возлюбленный скинул нас, повесил петлю. Так, я не хочу поворачиваться. И чё? Он повесил петлю, нас скинул и скинулся сам. Что? Мариса? Какая Мариса? Чё? Да, блядь, хуль ты там-то теперь... Блядь, это чё вы? Вы чё, издеваетесь нахуй? Серьезно? Это, ёба, вот, вот последние 30 секунд это весь смысл этой игры. Повернись, чтобы отвернуться, чтобы повернуться назад, блять. Так, я не буду ничего читать, я хочу просто зайти в эту комнату, мне обязательно читать, а, господи, ладно, окей, все, мы почитали, да, можно я теперь зайду куда-нибудь, что-нибудь? Что происходит? How could you do this to me? Hey, we can't raise it anyway. Why would you keep it? No! Ты, ты ублюдок, отдай мне моего младенца. Блядь, стоп. Я просто хочу забрать ребенка. Ты меня обманывал все это время. Стоп, я сказал стоп. Что ты, блядь, со мной сделал? Арая, Арая. Мариса? Мариса? Арая? Что за пиздец здесь происходит? Какого, блядь, хуя? Ну ты видишь, она повесилась, все сдохло, твоя Арая, блядь, нету ее, блядь, больше.
Я тебе... Блядь. Все, окей. У нее не осталось никого, все ее бро... Да вы, блядь, издеваетесь! Так, вот, Рама, не пизди мне ни разу. Я знаю, что ты предатель. Да, я знаю, что ты с той креветкой заодно. Не смей мне врать. Ублюдок, говно собачья, мать твою. А ну иди сюда, ты хочешь меня трахнуть? Да я сам тебя трахну. Тик, ну-ка. Я ж тебе даже еще ничего плохого не сделал. Да я и не собирался ничего плохого делать. Мы бы с тобой посидели, поели конфет. Так, так, окей, это я знаю, как делать, за тобой надо бегать, да? Так, ты здесь? Куда она делась? Куда она делась, а? О, вот это где, да? Найдите 3 ключа, чтобы открыть. На сегодня с меня хватит. Спасибо вам большое за просмотр. Я это говно записываю уже 1.5 часа, у меня ничего, кроме злобы, ненависти во мне сейчас нет. Хотя, когда я начал, я был полон добра, позитива, счастья и веселья. Так что спасибо вам всем большое за просмотр. Увидимся в следующей части. Не знаю, когда она выйдет, когда-нибудь да выйдет. Вот, и все, там, лайки, подписоны, все такое, вы знаете. С вами был дядя Лёша. До новых встреч.